Я снимаю. А хотя, давай, у тебя фрап включен сейчас? Да, я включил его. Включил? Да. Конечно, блядь. Давай. Тихо, тихо, тихо. Пипец. Нет, конечно. Воу. Так, все, едем в Козловку. Смотри, что книги поместят. Папа, постараюсь. И так, база будет. Жопу всех! Я... Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Это мой первый... Вау! Это мой первый опыт езды в армии 2. У меня первый опыт фильма «Дня Фарси», поэтому лагать. Так, стоп. Нифига, мы быстро доехали. Секундочку. Блин. Он отсюда. Я, вот он. Вот он, я. Лагерь, пошли, лагерь, лагерь. Он, я спросил, вот он смотрит где-то на дорогу, а я смотрю тут. А, телочек. Куда смотрю? Твою... А где эта Козловка-то находится? Фак! What the fuck? Я спутал Козловку со Сосновкой. Ай! Блять! Я спутал там! Мистер Пропорт в лампе. Иди! Не убей, давай! Два! А ну в жопу вас! Я спокойно уже поеду. Так, блин, как я так спутал? Там, блин, так похоже было Козловка и Сосновка. Сосновка. Смотри, только на это никто нолика не меняется, понятно. Погодь. Настройки, звук. Все. Мне нужен танк, чтобы на нем кататься тут. Ты снимаешь, да? Да. Эпический момент. Эпический момент. Это че, случайно же нашли, блин. Так, это дрожжи. Краски не было и стекла. Стоп. Мозгоёб надо, мозгоёб сейчас спокойно, что смотреть надо. Я не захватит, мозгоёб. Там что написано, дрожжин или зеленогорск? Я чё, трава не вижу. А... Дрожжина, да. Да, дрожжин. Из меня, блин, водила тут, блин. Как из тебя, блин, троллинг фейс. Огорчаешь. А, ну да, я нормально делал троллинг фейс. Ну, как всегда, по траве надо ехать. Где на третьей линии? А что ты хочешь-то, блин? Я не хочу врезаться. Я, блин, мне уже не хватало, блин. Так, мы сейчас в Козловке, потом нам в Сосновку ехать. В Сосновку. Короче, знаешь, что сделаю, что я туплю-то? Вот, а сейчас, выходи быстренько. Как? Правый колесико мышки крути. Вышел, да, вышел. Бери карту. Ты уверен? Да. Ты сейчас посмотришь, как это курсовод. Садись. Не обниматься. Так. Ты что делаешь? И что мне делать? Какая-то мне открыта. Так, теперь смотри, там зелено... О, зомби. Там Зеленогорск должен быть. И где-то Козловка. Ой, Сосновка. Она же в правой стороне же вроде бы, да? Да, вот Зеленогорск. На, сейчас погореленько, потом дальше едем. Сначала Сосновку, может, а не погореленько. А, Погоревка, да, к нам? Да, мы едем Погоревка какая-то, потом Рогово, потом дальше по дороге едем. И налево, да, надо поворачивать. Короче, сначала на Погоревку доехать мне. А вы сейчас, это сейчас где? За ним двое зомби ездят. Так. Погоревка, на Погоревку ехать, да, надо? Да, направо. Да, блядь.
Вот из меня воняет, как из тебя, блин. Блин. Перебили кто? Блять, у меня машина уже правильно сломана. Так, подожди, мы не туда поехали. Ну там же стрелочка написана была. Короче, пофигу, я вперед еду. Я вообще правильно машину сломал. Правильно бензин потратил. Я не хочу ее разбивать, это мой эпический момент. Так. Так. Я не знаю, куда я еду, честно говоря. Ой, правильно. Правильно, да? А, да тогда. Ваш мне подписчики осудят, может, я правильно еду. И у нас слышим 2,5 баллов, Рома. Просто мы первый раз, ну, мы... Мы сколько часов уже играем? За все, наверное, я 4 часа, а он без 100. Ну, 4 часа, блин, значит, 4 часа играем только. И вот за эти 4 часа мы только дошли до Зеленогорска. И то мы там 3... За 5, 4, 1. Так, едь. Только не заглохни, посмотри, не дай. Нет, тут бензина много, наверное. А, да, бензина много. Папа точно так говорил, резко кончится. Так, не кончится там. На нем, наверху там где-то... Так, стоп. Чё там? Пугово или Погорелка, куда ехать? Погорелка. Ага, значит сюда. Тормози, блядь! А какой город? А, это не какой-то просто домик, и там вот. Ну, сзади у нас Зеленогорск. Прямо. Значит, прямо еду. Так, сейчас мы возле Погорелки. Потом куда идти после Погорелки? Есть два варианта. Свернуть, сократить путь или поехать через Рогово. Там ты приезжаешь. В Рогово едешь до Кабанного и налево сворачиваешь, там дорога такая. Рогово? Да. Ну сколько сейчас выбрали? Сейчас куда сворачивать? Сейчас? Сейчас прям едь. Пока прям едь там. Сейчас все зомби, ой, агрицы на нас будут. Короче, едь прямо. Стоп. Пустушка? Нет, Рогово. Дальше надо ехать. Да, дальше. Вот сюда, да? Да, шли. По всему дорогу все приезжать. Жива? Целый орел. Жив, целый орел. Там, блин, создать третью линию, едь ты по трубе. Да, блин, я создам третью линию, потом, блин, хрен я из нее выйду. Так. Стоп. Включай Макс Пэй 3. Так, куда ехать? Дальше. Блять. Да просто хуярь по дороге и все. Ты что, веревки? Защитники природы ко мне не, ну, срочно не относитесь, я просто первый раз сложу. И мы порвали сегодня только выдали. Какой? Так. Рогово. Mm-hmm. Да, Рогово, значит, все правильно идем. Ты еще полбака? Нет, еще. Пипец! Как так? Я чуть-чуть так нажал. Хорошо, что я на заднем сиденье сижу. Хорошо, что ты это чудовище не водишь. Стоп. Спокойно. Потом отрогал, куда ехать? Дальше ебаш. Не, ну куда, какой сейчас город? А. Выбор, да? Сейчас. Кабануну. Кабанину. Кабанину? Да. Окей. Так. А потом выбор. Старый собор, пустошка, кабанин впереди, значит. Да, кабанин. Тихо. Блять, твою мать! Из меня водила, блин. Ладно, смотри, быстрее будет. Да как ты думаешь, я тут, блин, Я Мама.
Я то же самое, у меня FPS 20 не лагает. Мне то же самое, мама. Ауч. Ой. Ой. Ой, это не я. Это не я, это покерфейс. Ой, я чуть-чуть приучился. Да, конечно. Приучился. Как приучить пасту. Как приучить доимную копейку. Так. Ты Я смог! Я смог! Я же какой нафиг. Так. Да вы издеваетесь. Тихо. Они издеваются. Ты что так конь кричалось по правде? Я на 17 минут продлежу. Ну, рисун продлежу. Блядь. Я смешу. Мой украинский запас слов кончился. А что, по-украински смеялся, что ли? Типа в Украине по-русски я бы ржал бы. У меня все запасы слова. После Кабанина куда ехать? В Рогово? Нет, дальше едешь налево сразу. На выбор? Нет, налево надо ехать. Потому что лучше сейчас налево. Ага, он все понял. Да. Умный мальчик. Сейчас выйду и застрелю тебе. За такие слова. Сейчас бы мне научиться выходить отсюда, а вот. Выпрыгнешь ты из машины и умрешь по дороге, Алекс. Сейчас пока, подожди. Фокус-мокус! Ой. Блин, не получилось. О, у меня такая ошибка. У меня тоже. Ошибка, у вас я заберу вправо, ну-ка идти правильно. Нет, я... Так, сейчас куда? Сейчас, подождите, тут дорога справа должна быть. Видишь, дорога направо. Аэропорт, все? Да. Аэродром. Блять, аэропорт такой нахуй. Так, все, едем. А, кстати, нам надо куда-нибудь машину спрятать. Ты бензин не найди, машина. Но бензин-то у нас еще есть. Да. Не, сейчас поправить нам куда-то спрятать надо. И телезрители не должны это видеть. Телезрители? Окей. Нет, ну сейчас подожди пока, не выключай. Они пока не знают, где именно. А мы куда поправить спрятать машину? Не знаю. Так, телезрители, я его в аэропорту оставлю. В аэропорту прям на центре дороги, да? Там на севере же разные, вряд ли меня найдут эту машину. Или найдут. Ты что, хочешь в лесу оставить? А где же еще? Припарковать хочешь ее, что ли? Да. Сейчас, ты теперь отключай.